Добрый день, коллеги. Фирма Кадерлайн приветствует вас. Сегодня у нас вебинар на тему «Инвентаризация 2024 года учреждений госсектора в программе 1С БГУ. Редакция 2». Вести ее буду я, Светлана Кибина, 1С-аналитик фирмы Кадерлайн. Немного о себе. Я аттестованный специалист-консультант и преподаватель ЦСО по ведению учета в программе 1С «Бухгалтерия государственного учреждения. Редакция 2». Сегодня мы рассмотрим следующие темы. Общие положения федерального стандарта «Учетная политика. Оценочные значения и ошибки». Методические рекомендации Минфина к организации инвентаризации и перечень документов, применяемых при проведении инвентаризации в 2024 году. И посмотрим на практике в программе БГУ, как реализованы положения федерального стандарта и методических рекомендаций в программе БГУ при проведении инвентаризации. Так, начнем. Общие положения федерального стандарта, учетная политика, оценочные значения и ошибки. С 2024 года инвентаризация для бюджетных учреждений организована по новым правилам. Когда необходимо проводить инвентаризацию? Инвентаризацию необходимо обязательно проводить в следующих случаях с 1 января 2024 года. Это смена ответственных лиц, установление факта утраты, хищения либо порчи имущества, не связанных с влиянием чрезвычайных ситуаций. В случае пожара, аварии, опасного природного явления, катастрофы и других прочих чрезвычайных ситуаций. При ликвидации или реорганизации учреждения, при передаче имущественного комплекса в аренду, безвозмездное пользование и также при его продаже. При смене руководителя коллектива или бригады, выбытии из коллектива или бригады более 50% его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива либо бригады. И в других случаях, предусмотренных законодательством РФ иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского бюджетного учета и составление бухгалтерской бюджетной отчетности. Годовая инвентаризация проводится в целях составления годовой бухгалтерской бюджетной отчетности. Приказом Минфина от 13 сентября 2023 года номер 144Н, приложением 1 «Общие требования к организации инвентаризации активов и обязательств, осуществляемых в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской финансовой отчетности, зарегистрированы изменения при проведении инвентаризации учреждения госсектора в федеральном стандарте «Учетная политика. Оценочные значения и ошибки». В нем устанавливаются основания для проведения обязательных и добровольных инвентаризаций, правила формирования инвентаризационных комиссий, порядок подготовки и проведения проверок, порядок оформления результатов инвентаризации. Подпункт В пункта 9 уточняет, что учреждения должны включать в учетную политику порядок проведения инвентаризации объектов, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности. В пункт 14 добавлено еще одно основание изменения – необходимость корректировки порядка проведения инвентаризации. Изменения в учетную политику государственные учреждения должны были внести с начала 2024 года по мере организационной и технологической готовности не позднее 1 июля 2024 года. Глава 1. Общих положений. Приложение 1. Устанавливает минимальный набор правил, которому должен отвечать порядок проведения инвентаризации каждого учреждения. Основная цель инвентаризации – это подтверждение соответствия данных об объектах инвентаризации, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, их фактическому наличию у учреждений. В обязательных случаях инвентаризация проводится перед составлением бухгалтерской отчетности. Исключение имущества, инвентаризацию которого проводили не ранее 1 октября отчетного года. Порядок проведения организации как обязательной, так и добровольной отражается в учетной политике. В ней нужно указать график инвентаризации в отчетном году,
и перечень имущества и обязательств, которые проверяют при каждой инвентаризации. Сроки проведения инвентаризации за 2024 год. Инвентаризация должна быть проведена в четвертом квартале 2024 года. Пересчет и переучет имущества выполняется в любой период в течение 3 месяцев. С 1 октября по 31 декабря 2024 года учреждение обязано проверить активы и обязательства, а также оформить надлежащим образом результаты инвентаризации. Точные сроки проверки определяются организацией самостоятельно. При этом инвентаризацию обязательств надлежит проводить по состоянию на 31 декабря включительно. Вторая глава. Организация проведения инвентаризации. По решению руководителя учреждения полномочия по проведению инвентаризации возлагаются на постоянно созданную комиссию по поступлению и выбытию активов или на комиссию по подготовке и принятию решения о списании имущества. При большом объеме объектов инвентаризации решением руководителя учреждения полномочия по проведению инвентаризации возлагаются на несколько комиссий. Распределение обязанностей между комиссиями и порядок их взаимодействия устанавливаются порядком проведения инвентаризации или положением о комиссиях. Положением о комиссиях руководитель учреждения утверждает состав комиссии, состав объектов инвентаризации, в отношении которых комиссия уполномочена проводить инвентаризацию, порядок проведения заседаний комиссии. Не допускается включение в состав комиссии лиц, на которых возложена материальная ответственность за объекты, инвентаризируемые комиссией. Включение лица, осуществляющего ведение бухгалтерского учета в состав комиссии, уполномоченной на проведение инвентаризации, является обязательным. В целях одновременного проведения инвентаризации большого объема и при значительном объеме работ по определению фактического наличия объектов по решению руководителя учреждения или уполномоченного им лица при комиссии создаются рабочие комиссии. В случае принятия решения о проведении инвентаризации с участием комиссии, включающей в себя рабочие комиссии, ответственным лицом рабочей комиссии указывается один из членов комиссии, имеющий право голоса при вынесении решения о результатах инвентаризации. Период проведения инвентаризации не допускается изменения состава комиссии, в том числе в связи с отсутствием члена комиссии по уважительной или независящей от него причине, возникшей после начала проведения инвентаризации. В случае отсутствия ответственного лица рабочей комиссии по уважительной или независящей от него причине, возникшей после начала проведения инвентаризации, полномочия ответственного лица рабочей группы возлагаются на председателя комиссии, либо в случае его отсутствия на заместителя председателя комиссии. Решение о проведении инвентаризации принимает руководитель учреждения или уполномоченное им лицо. Решение о проведении инвентаризации должно содержать следующие сведения: наименование и состав комиссии, дату, по состоянию на которую проводится инвентаризация, перечень объектов инвентаризации и любую другую информацию, необходимую для проведения инвентаризации. Решение о проведении инвентаризации может быть принято по различным группам объектов инвентаризации с участием одной или нескольких комиссий и указанием единого или различных сроков проведения инвентаризации. В решении о проведении обязательной инвентаризации отражается перечень объектов инвентаризации, в отношении которых законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета предусмотрено проведение обязательной инвентаризации. До начала проверки фактического наличия, то есть начала проведения инвентаризации, лицом, ответственным за использование объектов по их назначению или за сохранность имущества, в том числе с полной материальной ответственностью, или за оформление фактов хозяйственной жизни, в результате которых признаются или прекращаются в бухгалтерском учете объекты инвентаризации, либо изменяется их стоимостная оценка,
представляются комиссии первичные учетные документы, подтверждающие операции с объектами инвентаризации. Это могут быть приходные расходные документы, отчеты о движении активов, документы основания на принятие обязательств, ранее не представленные им для отражения в бухгалтерском учете. Пунктом 18 приложения предусмотрен порядок проведения инвентаризации в целях выявления фактического наличия объектов инвентаризации учреждений. Не допускается определять фактическое наличие активов со слов ответственных лиц или по данным регистра бухгалтерского учета. Данные о фактическом наличии объектов инвентаризации, полученные комиссией в ходе проведения инвентаризации, подлежат обязательному отражению в документах инвентаризации. Оформление итогов. Как происходит? В документах, оформляющих результаты инвентаризации, комиссия отражает выявленные в ходе инвентаризации условия списания объектов с бухгалтерского учета, в частности, утрату будущих экономических выгод или полезного потенциала, заключенного в активе в связи с физическим или моральным износом, нарушением условий содержания и эксплуатации, влиянием на состояние имущества, аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, длительного неиспользования имущества или иных причин, которые привели к утрате или снижению будущих экономических выгод или полезного потенциала, заключенного в активе. В целях оформления результатов инвентаризации комиссия, согласно порядку проведения инвентаризации, рассматривает вопрос целесообразности либо пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей конструкции и материалов имущества. Основания для возмещения недостачи, возмещения ущерба, причиненного ввиду утраты или порчи материальных ценностей. Условия признания просроченной дебиторской задолженности сомнительной или безнадежным взысканием. Обязательства, не востребованы в течение срока исковой давности кредитора. Документально подтвержденные основания для признания в бухгалтерском учете объектов инвентаризации в случае выявления излишек. Отражение выбытия объектов инвентаризации в случае выявления недостачи, либо корректировки бухгалтерских данных в случае выявления пересортицы. Документально подтвержденные основания изменения стоимостных оценок объектов инвентаризации. В случае, если по итогам инвентаризации излишки или недостачи не выявлены в акте о результатах инвентаризации, отражается следующее заключение комиссии. Расхождения не выявлены, принять результаты инвентаризации. Фактическое наличие объектов инвентаризации соответствует данным регистров бухгалтерского учета. Согласно пункту 32 приложения, в целях сопоставления годовой бухгалтерской отчетности обязательной инвентаризации подлежат следующие объекты бухгалтерского учета. Активы и обязательства, некорректное раскрытие информации о которых влияет на экономические решения учредителя субъекта учета, иных пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемой на основании данных бухгалтерского учета или бухгалтерской отчетности. К таким объектам относятся просроченная дебиторская либо кредиторская задолженность, дебиторская либо кредиторская задолженность, капитальные вложения, готовая продукция, по которым в течение финансового года не отражались операции по их увеличению либо уменьшению. Проведение инвентаризации таких объектов учета осуществляется перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года. В случае возникновения на отчетную дату просроченной дебиторской либо кредиторской задолженности, информация о которой подлежит раскрытию в отчетности, инвентаризация такой задолженности проводится на отчетную дату. Объекты учета, стоимостная оценка которых определяет величину налоговых обязательств, в частности, это объекты недвижимого имущества, проведение инвентаризации по таким объектам также осуществляется на отчетную дату.
Так, методические рекомендации к приложению 1 Федерального стандарта «Учетная политика» были подготовлены 1 июля 2024 года. Проведение годовой инвентаризации по методическим рекомендациям осуществляется по всем активам и обязательствам субъекта учета. При этом внесение изменений в решение о проведении инвентаризации допустимо только до начала инвентаризации. Срок проведения годовой инвентаризации за 2024 год не может быть ранее 1 октября 2024 года. Этапы проведения инвентаризации описаны в методических рекомендациях МИФИДа. Первое. Устанавливается порядок инвентаризации в учетной политике. Следующим шагом идет создание инвентаризационной комиссии и положение о комиссии. Третьим этапом идет решение о проведении инвентаризации, изменение решения о проведении инвентаризации, представление комиссии первичных документов при необходимости, сама непосредственно инвентаризация, проверка фактического наличия объектов инвентаризации. И последним этапом оформление результатов инвентаризации – это инвентаризационные описи, акт о результатах инвентаризации. Учреждению необходимо выбрать приемлемые способы проведения инвентаризации для соответствующих инвентаризируемых объектов и закрепить их в порядке проведения инвентаризации. Ежегодно годовой инвентаризации подлежат активы и обязательства, некорректное раскрытие информации о которых существенным образом может повлиять на достоверность отчетности. Также в состав объектов годовой инвентаризации подлежат включению объекты библиотечного фонда не реже одного раза в 5 лет и объекты нефинансовых активов по группе учета иное движимое имущество, в отношении которых ежегодное проведение годовой инвентаризации не предусмотрено не реже одного раза в 3 года. Результаты инвентаризации имущества и обязательств и активов необходимо оформлять в документах инвентаризации, инвентаризационных описях, актах о результатах инвентаризации. В указанных документах, согласно пункту 22 общих требований к инвентаризации, необходимо отразить данные о фактическом наличии объектов инвентаризации и о результатах сопоставления их с данными регистров бухгалтерского учета. Результаты инвентаризации в учреждении оформляются документально первичными учетными документами, приведенными в приложении к приказу Министерства финансов Российской Федерации 52Н и 61Н. При этом к документам в соответствии с пунктом 30 общих требований к инвентаризации необходимо приложить документы, оформляющие выявление фактического наличия объектов инвентаризации, это акты обмеров, замеров, расчеты, либо иные документы, расписки, пояснения, в том числе по всем фактам выявленных отклонений, включая пересортицу, представленные ответственными лицами, в случае, если указанные документы оформляются на бумажном носителе. Примерная схема оформления первичными документами инвентаризации НПА представлена на этой схеме. Первое – это решение инвентаризации, либо до начала проведения инвентаризации изменение решения о проведении инвентаризации, если они необходимы. Далее составляется инвентаризационная опись формы 0504-087. На основании инвентаризационной описи формируется акт о результатах инвентаризации формы 0510-463. Далее по акту, если выявлены излишки, оформляется акт приема-передачи объектов НФА формы 0510-448. Если инвентаризируемый объект не соответствует больше критериям актива, заполняется решение о прекращении признания активами нефинансового актива по форме 510-0440. В случае недостачи служебного разбирательства и при выявлении виновных лиц оформляется начисление ущерба и возмещение ущерба виновным лицам.
Так, основные формы документов, которые применяются в 2024 году. Посмотрим их на слайде. Форма 0510-439. Решение о проведении инвентаризации. Форма 0510-447. Изменение решения о проведении инвентаризации. Форма 0504087. Инвентаризационная опись по объектам НФА. Форма 0510-0463. Акт о результатах инвентаризации. Форма 0510-448. Акт приема передачи объектов НФА. 0510-440. Решение о прекращении признания активами объектов НФА. Форма 0510-464. Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств с 1 января 2024 года обязательно к применению централизованными бухгалтериями, остальным учреждениям. Форма обязательно к применению с 1 января 2025 года. Если прочие учреждения решили применять новые формы, начиная с января 2024 года, это должно было быть прописано в учетной политике. Форма 0510-465. Инвентаризационная опись бланков строгой отчетности и денежных документов. Форма 0510-467. Инвентаризационная опись наличных денежных средств. Также в скобочках, что с 1 января эти формы обязательны к применению централизованной бухгалтерии. Форма 0510-468. Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям. Все, что сейчас было выше сказано, теперь мы посмотрим, как реализовано в программе бухгалтерия государственных учреждений редакции 2. Первым делом, как оформляется инвентаризационная комиссия. Инвентаризационная комиссия оформляется путем подбора в документ элемента справочника комиссии. Так вот выглядит форма элемента справочника. Рассмотрим заполнение этой формы в программе. Расположение справочники, организационная структура комиссии. Заполняем наименование. В данном случае в примере проведения годовой инвентаризации. Если установлена галочка временная, значит комиссия создана на основании решения о проведении инвентаризации. В этом случае, согласно пункта 34 общих положений методических рекомендаций, не нужно заполнять акт, определяющий состав комиссии. То есть вот этот приказ не заполняется. Регламент голосования. Минимальный кворум присутствующих 60%. Он может быть и не 60, определяется положениями по комиссии в учреждении. Минимальный процент голосов за. Если количество голосов равное, как в данном примере, будет решающим голос председателя. Заполняется состав комиссии. Основная комиссия. Расставляется галочка председателя. Если в документе проведения годовой инвентаризации еще предусмотрены рабочие комиссии, расставляется номер рабочей комиссии и выбранное уполномоченное председателем лицо, имеющее право голосования. Заполнение документа решения о проведении инвентаризации. Как я уже сказала, документ относительно недавно появился в одном из предприятий бухгалтерии государственных учреждений. Для чего мы заполняем те или иные
поля в документе. Начинается заполнение документа решения о проведении инвентаризации с шапки документа. Реквизит основания проведения инвентаризации послужит для заполнения соответствующего реквизита заголовочной части решения о проведении инвентаризации. Закладка «Объекты» нужна для заполнения раздела 1 формы 0510-439. Провести инвентаризацию согласно настоящему решению в отношении следующих объектов бухгалтерского учета. Закладка «Инвентаризационные комиссии» служит для заполнения подраздела 2.1 «Состав инвентаризационной комиссии». На слайде представлена закладка и раздел, который она заполняется. Закладка «Акты о проведении инвентаризации» служит для заполнения реквизитов акты, определяющие порядок проведения инвентаризации, шапки решения о проведении инвентаризации. Перейдем к программе. Учет и отчетность. У нас есть большой раздел «Инвентаризация». Выбираем решение о проведении инвентаризации. Запомним пример. Основание проведения инвентаризации. Выбираем из выпадающего списка. Здесь представлены все 7 случаев, которые были озвучены ранее. Можно также создать основание проведения инвентаризации самостоятельно. В данном случае для примера создана годовая инвентаризация, поскольку проводится годовая инвентаризация. Объекты инвентаризации таким образом. По кнопке «Запомнить» по остаткам МФА. Выходит у нас форма «Подбор остатков МФА». Можно детализировать по ПФО, по каждому, если планируется детальная инвентаризация по каждому ПФО раздельно, выбирается нужный код финансового обеспечения. Можно также выбрать счет, уровень счета, либо это первая группа, например, 105.00, либо это счета группы 2, ну, к примеру, 105.10. Можно задать отбор счетов, по которым необходимо провести инвентаризацию. В данном и годовой инвентаризации примере мы будем проводить инвентаризацию по всем счетам. Сотрудников также можно подбирать конкретное материально ответственное лицо, по которому будет производиться инвентаризация. И далее мы заполняем вкладку «Заполнить». Инвентаризация годовая, поэтому отбора по КФО, детализации по счетам и по сотрудникам не нужно. Мы будем проводить инвентаризацию согласно принятому положению по всем сотрудникам. По всем местам инвентаризации. Автоматически заполняются остатки. Переносим остатки в документ. Также, если сроки инвентаризации по местам инвентаризации разные по каждому объекту, мы можем отредактировать срок проведения. Либо, если сроки одинаковые, использовать групповое заполнение строк. Срок проведения единый, номер комиссии. Если в составе комиссии у нас присутствуют рабочие комиссии, проставляем номер рабочей комиссии и заполняем строки. Также это объекты нефинансовых активов. По кнопке «Добавить» ПФО мы выбираем. То, что означает КФО 0 в таблице, это означает,
что инвентаризация проводится по всем кодам финансового обеспечения. Поэтому 0 не должен так бы пугать. Выбираем, что у нас будет еще в составе годовой инвентаризации. Инвентаризация кассы. Материально ответственное лицо. Почеркнем. Сроки также поставим. Чтобы показать, выбираем по кнопке «Добавить» нужные счета по объектам монетаризации. В данном случае здесь добавлена касса, денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства, расчеты по принятым обязательствам, по выданным авансам и расчеты по платежам бюджету по налогам для инвентаризации. На закладке «Инвентаризационные комиссии» добавляем инвентаризационную комиссию из справочника комиссии. В данном случае это комиссия проведения годовой инвентаризации. Рабочие комиссии и акты о составе комиссии автоматически из справочника заполняются. Акты о проведении инвентаризации заполняются вручную. Общее проведение организации. Лист согласования. Лист согласования. Согласующие лица выбираются из справочника согласующие лица, где его можно предварительно создать. Создается таким образом. Задается наименование и выбирается список согласующих лиц. Решение о проведении инвентаризации. После выбора соответствующего приказа нажимаем кнопку «Записать». И у нас появляется поле для согласования. Согласование может быть заполнено отдельно по разным датам для каждого из сотрудников, либо согласовано всеми единовременно. Должно быть согласование ранее начала проведения инвентаризации. Иначе программа не даст. Нажимаем кнопку «Сохранить результаты». Лист ознакомления заполняется по кнопке «Заполнить» из разделов 1 и 2 документа. Выбираем ссылку. После того, как мы нажимаем кнопку «Записать», у нас также появляется поле ознакомления. Дата может либо быть разной по каждому сотруднику, либо все ознакомлены единовременно. Нажимается «Сохранить результаты». Печатные формы листа ознакомления. Решение о проведении инвентаризации. В сегодняшнем примере мы будем считать, что у нас у организации нет организационно-технической возможности формировать и хранить документы в электронном виде. И возможности использования электронного документа оборота тоже нет. Поэтому в бухгалтерии должны быть представлены электронные образы документов. Скан-копии должны быть прикреплены. Как это делается?
по кнопочке скрепочка, загрузить файл с компьютера, выбираем решение, которое нужно прикрепить к данному файлу. Можно отредактировать наименование файла. Каким образом? По правой кнопкой мыши открыть карточку и здесь написать нужное наименование решения и также краткое описание формы. После этого кнопку записать и закрыть. Мы видим, что у нас к данному документу прикреплено два электронных образа. Как реализовано в программе пункт 5, в котором указано, что материальное ответственное лицо не может быть в составе инвентаризационной комиссии, если инвентаризируются объекты, за которые он отвечает. Сейчас я покажу. Специально для этого я создала комиссию. Пытаемся провести документ. Программа выдает сообщение. Некорректно заполнена строка «Сотрудник» в строке списка. Ответственное лицо ошибочно включено в состав инвентаризационной комиссии. То есть, если не выполнено требование пункта 5 методических рекомендаций, документ к проведению, документ просто не проведется. Таким образом реализован контроль в программе «Бухгалтерия государственных учреждений». Если до проведения инвентаризации возникла необходимость изменить решение проведения инвентаризации, изменился, допустим, состав согласующих лиц, необходимо дополнить инвентаризируемые счета каким-либо счетом, либо что-то изменить. Что-то аннулировать. Существует документ изменения решения о проведении инвентаризации, который заполняется на основании документа решения о проведении инвентаризации. Создать на основании изменения решения о проведении инвентаризации. Причем изменение решения о инвентаризации, когда создано, если понадобились согласовано, понадобились еще какие-то изменения, уже на основании изменения решения о проведении инвентаризации можно также сделать документ изменения решения о проведении инвентаризации. Таким образом это происходит. У меня уже есть преднаполненные примеры. Изменение решения о проведении инвентаризации. Как заполняется? На основании решения о проведении инвентаризации заполняется табличная часть объекта инвентаризации, инвентаризационной комиссии, акты о проведении инвентаризации. Так. У нас может быть переключатель двух положений. Создать на основании изменения решения о проведении инвентаризации. Имеет два типа, аннулирующие либо корректирующие. Как заполняется корректирующее изменение? Основание для проведения инвентаризации и заполняется на основании ввода документа решения о проведении инвентаризации. Табличная часть документа объекта инвентаризации как раз-таки заполняется на основании решения. Также заполняется инвентаризационной комиссией акты о проведении инвентаризации. Тип. У нас появилось новое поле, тип изменений. Изменение возможно двух видов. Это может быть корректировка. Если мы выбираем такой тип изменения, у нас появляется два поля. Прежнее значение и новое значение.
здесь мы можем подкорректировать даты. Допустим, по этому счету решили проводить инвентаризацию в другой период. Видим, как изменилось прежнее у нас начало инвентаризации. Срок проведения инвентаризации. Прежнее значение у нас зачеркнутое, новое значение появилось, и все это подсвечено у нас синим цветом. Также тип изменения у нас есть отмена. По отмене, если мы выбираем тип изменения отмена, уже невозможно никак отредактировать строку, потому что она у нас заблокирована. Также существует еще один тип изменения. Если возникла необходимость дополнить объектами, счетами инвентаризации решение о проведении инвентаризации. Допустим, это счет 450. Добавление, дополнение, заполнение вручную. Место проведения инвентаризации также указывается вручную. Выбираем. У нас сплошная инвентаризация, либо выборочная. Возможно также изменение инвентаризационной комиссии. Это также либо отмена. Тогда изменение редактирования будет невозможно. Возможно, это какая-то корректировка. Изменился состав комиссии. И мы выбираем какую-то другую комиссию. После заполнения выбираем указ. Необходимо записать. Я записывать не буду. Порядок согласования, в принципе, такой же, как в решении о проведении инвентаризации. Также у нас есть аннулирующие изменения решения о проведении инвентаризации. При выборе типа аннулирующие все поля документа становятся недоступными к редактированию. Согласование. То есть после того, как мы аннулировали решение о проведении инвентаризации, мы подписываем лист согласования. Заполняем место заполнения. На основании можно вывести форму 0510-447 после заполнения изменения решений по проведению инвентаризации. Как это выглядит? Изменение решения. Мы видим, что у нас провести инвентаризацию согласно настоящему решению появляются две строки. Строка, которая была до изменений, и строка, которая подсвечена красным, которая после внесенных изменений у нас появилась. Также листы ознакомления, листы согласования. Также существует форма изменения решения по проведению инвентаризации,
решение о проведении инвентаризации с учетом изменений. В этой форме решение о проведении с учетом изменений. Аннулирующее решение, оно выходит с пустыми слотами. Также, если внесены какие-то изменения в решение о проведении инвентаризации, вероятнее всего, это от того, что я уже провела. Проведение. Измененная строка будет выводиться в таком решении, если тип изменения решения о проведении инвентаризации зачеркнутой и введена будет новая строка. После того, как согласованы и подписаны все изменения презентации, после того, как решение согласовано, подписано всеми членами инвентаризационной комиссии, можно приступать непосредственно к проведению инвентаризации. Проведение инвентаризации ОС НА НПА. Инвентаризация объектов ОС НА НПА проводится с помощью документов инвентаризации ОС НА НПА. Как это выглядит в программе? Документ, в принципе, известный. Раздел ОС НА НПА, раздел «Прочие операции». Создать документ. В шапке документа выбираем решение о проведении инвентаризации. Инвентаризация по состоянию на и все прочие поля, которые заполнены в решении о проведении инвентаризации, автоматически заполняются в документе. Выбираем группу счетов инвентаризации и счет инвентаризации, как это было раньше. Заполнить по данным двух учета. И на заполнить по после проведения уже инвентаризации, заключения комиссии, заполнить фактическое наличие по количеству бухгалтерского учета. Табличку, колонку по факту заполняет непосредственно члены инвентаризационной комиссии. Для сквозного примера у нас недостача проектора в данном примере приведена. Недостача вкладка по кнопке «Заполнить», «Распределить недостачи» появляется зарегистрированная недостача, которая в дальнейшем необходима для документа списания. Если есть излишки, также
распределить излишки и заключение комиссии. Заключение комиссии непригоден к дальнейшей эксплуатации в данном случае и списать в связи с непригодностью. Также. Еще один документ, который должны применять централизованные бухгалтерии и учреждения, которые решили вести учет по новым формам, применяется инвентаризационная опись по объектам НФА формы 0510-466. Порядок заполнения формы. По кнопке «Создать» мы создаем инвентаризационную опись формы 0510-466. Решение о проведении инвентаризации показать все. У нас в данном случае одна аннулированная для примера. Выбираем и выбираем счет. Сейчас папки выберем скрытно. Заполнено. Сейчас мы видим заполнить по данным бухучета поле неактивно. Что нам нужно сделать? Необходимо в подвале документа ответственного исполнителя бухгалтерской службы заполнить. И также ответственного исполнителя инвентаризационной комиссии. В данном случае комиссия. Что нужно сделать дальше? Дальше нужно документ записать. У нас становится активным поле «Создать расписку». Расписка у нас является неотъемлемым приложением инвентаризационной описи. Создается она до начала проведения инвентаризации. Форма заполняется автоматически. Содержание расписки уже предопределенное, но возможно какие-то внести изменения. Допустим, случае. Так, провести и закрыть. Можем даже посмотреть печатную форму расписки. Унифицированная форма. Согласно приложению к методическим указаниям. Так, после заполнения расписки кнопка «Заполнить по данным бухучета» у нас становится активной, так как все условия по приказу Минфина 144Н и методических рекомендаций выполнены. Заполнить по данным бухучета. Видим заполненный документ по данным бухучета. Это сведения по данным бухгалтерского учета. Раздел 2.1. Заполнить по данным раздела 1, либо с количеством, либо весом. Фактическое наличие. Так, соглашаемся с командой записать и продолжить. Фактическое количество мы можем поставить 0, как и в предыдущем документе. Раздел 2.2. Результат инвентаризации по данным инвентаризационной комиссии. Заполнить недостачу и излишки. Появляется у нас недостача. Причины недостачи могут быть разными. Так, объяснение причин расхождений. Также заполняется по кнопке автоматически. И объяснение причин расхождений. В данном деле не приводим к дальнейшей эксплуатации. Комиссия согласна решению о проведении инвентаризации автоматически заполняется. По кнопке «Провести и закрыть»
Первый у нас идет в форме приложения, это расписка, неотъемлемая часть инвентаризационной описи. Дальше мы видим инвентаризационную опись с лечительной ведомостью, форма 0501 10466. Заполнена объектами нефинансовых активов по данным бухгалтерского учета. Сведения об объектах нефинансовых активов по данным инвентаризационной комиссии. Видим как раз-таки, что проектор у нас количество 0. Результат инвентаризации указывается из документа, что проектор числится недостаточно. И объяснение причины расхождения. Что касается заполнения новой формы. Следующий документ – это проведение инвентаризации материальных запасов. Инвентаризация материальных запасов возможна по прежнему документу в разделе «Инвентаризация МЗ». Материальных запасов создается по кнопке «Создать». Порядок заполнения в ней не изменился по сравнению с прошлыми годами. Выбирается счет инвентаризируемый. И что у нас по этому счету заполняется по данным бухгалтерского учета. По факту, после завершения инвентаризации, по факту заполняется инвентаризационной комиссией наличие тех или иных материальных запасов. Списание недостач заполняется по данным таблицы материалы от приходования излишков, также по данным таблицы материалов. Комиссия заполняется автоматически. Провести и закрыть документ. Учет и отчетность. Также объекты НФА можно создать форму 510-466, выбрать счета материальных запасов, также порядок заполнения такой же, заполняется подвал документа, заполняем записываем после заполнения и создаем расписку. Создали расписку по кнопке «Заполнить». Заполняем по данным учета. Счет у нас горюче-смазочный. Так, в данном случае раздел 2. Заполним по данным раздела 1 с количеством. Результаты инвентаризации по данным комиссии записать, продолжить. Оказался пустым. И остальные разделы также у нас будут пустыми. Итак, у нас автоматически, так как никаких отклонений не выявлено, появляется заключение комиссии. Отклонения не выявлены, объекты не соответствующие условиям. Отсутствуют. Таким образом, по новой форме заполняется инвентаризационная опись для материальных запасов. Инвентаризация расчетов с контрагентами. По-прежнему это инвентаризационная опись 0504-089. В программе учет и отчетность в разделе инвентаризация
Инвентаризация с расчетами и контрагентами. По кнопке «Создать» выбираем решение о проведении инвентаризации. Выбираем строки. И выбираем детализацию расчетов по контрагентам или по договорам. Заполнить по данным учета. У нас есть дебиторская задолженность. Заполнить по данным учета. Просто отсутствует. Заполнили документ и проверили. Смотрим на сквозном примере. Уже потом и заполнена кредиторская задолженность. По данным учета. В данном случае инвентаризируется счет 302. Кредиторская задолженность, если попробуем. Счета. Никак не должен быть. И к инвентаризации дальше мы вернемся. Следующий пример проведения инвентаризации – это остатки денежных средств на счетах. Это инвентаризационная опись 0504-082 для бюджетных учреждений, которым еще не обязательно менять новые формы. 0504-082 – это инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств. Порядок заполнения не изменился. Выбираем решение о проведении инвентаризации и заполняем по данным учета остатки денежных средств. Если были выявлены какие-то отклонения, сверяем остатки на лицевых счетах учреждения. Также у нас есть новая форма. Как заполняется новая форма? Это у нас инвентаризационная опись остатков счетов на счетах учета денежных средств. Форма 510-464. Порядок аналогичен ранее рассмотренным документам. Заполняется решение о проведении инвентаризации, ответственный исполнитель бухгалтерской службы, ответственный исполнитель инвентаризационной комиссии. И после этого кнопка «Записать» и создается расписка, которая должна быть заполнена до начала инвентаризации. Заполняем по данным бухгалтерского учета. Табличную часть. Здесь установившие данные базы данных. На основании заполняем результаты инвентаризации по данным раздела номер 1. Здесь как раз мы указываем сумму отклонений, если таковая есть. Если нет, значит все замечательно. Раздел 3. Отклонения не выявлены. Принять результаты инвентаризации. Заполняется автоматически предопределенным текстом. Комиссия заполняется на основании выбранного решения. Инвентаризация наличных денежных средств производится с помощью документа инвентаризации кассы. Это инвентаризационная опись 0504-088. Расположение у нас данного документа – это раздел «Денежные средства», «Касса», «Инвентаризация кассы». Порядок заполнения документа такой же, как он и был ранее. Заполняем решение о проведении инвентаризации,
наличные средства, сумма по учету. Если у нас возникает либо недостача, либо излишек по результатам инвентаризации, указываем, заполняем, допустим. Также здесь денежный документ заполняется на закладке денежные документы. Здесь у нас есть талоны на бензин. Они имеются недостача в заключении комиссии. Недостача по вине почтовой и возместить недостачу. В общем-то, этот документ действителен в течение 2024 года. В следующем году мы будем переходить на новый документ. И этот документ у нас инвентаризационные описи наличных денежных средств формы 0510-467. Так, по кнопке «Создать» выбираем также решение о проведении инвентаризации. Выбираем данные из решения. Заполняем подвал документа. Записать. Создаем расписку. Ввести и закрыть и заполнить по данным бухучета. Второй раздел. Заполнить по данным раздела 1. Фактическое наличие. Ну, фактическое наличие у нас может по результатам проверки отличаться. Раздел. У нас достаточно много. Также по кнопке заполняем все разделы. И появляется у нас запись излишки недостачи наличных средств не выявлены. Таким образом заполняется документ 510-467. Слишком много примеров, поэтому и мы переходим к оформлению результатов инвентаризации. Также у нас могут быть расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов инвентаризируются в разделе учет и отчетность, инвентаризация расходов будущих периодов. Существенных никаких, в принципе, документе изменений нет. Заполняется он в прежнем порядке. Заполняем расходами будущих периодов. На этом примере у меня расходов будущих нет, но в самом документе ничего не изменилось. Выбирается вид РВП, группа расходов, расходы будущих периодов, если ведется группа, и заполняется по данным бухучета.
После того, как заполнены все инвентаризационные описи, мы переходим к оформлению результатов инвентаризации. Для оформления итогов предназначен документ «Акт о результатах инвентаризации» формы 510-463. Ну, здесь на слайде указано, что нужно выбрать решение о проведении инвентаризации. Сейчас мы рассмотрим этот документ, как заполняется акт о результатах инвентаризации. Таким образом, создаем документ. Создали документ, выбрали решение о проведении инвентаризации и вверху нажимаем кнопку «Заполнить по описи». Табличная часть раздела 1 у нас заполняется всеми инвентаризационными описями, которые были ранее введены. Раздел 2 автоматически также заполняется описями, в которых были какие-то отклонения, которые также мы ранее заполняли. Раздел 3. Качественные характеристики у нас ничего не было. Отклонения на счетах учета денежных средств у нас тоже нет. В общем, больше никаких отклонений, в принципе, нет. Комиссия также создается автоматически. После этого мы записываем и проводим документ. И мы сможем посмотреть печатную форму 0510-463. Как выглядят оформленные результаты инвентаризации. Первый раздел – это инвентаризационные описи без выявленных отклонений. Денежные средства, право пользования, право пользования активами. Ну, в общем, все инвентаризационные описи, которые были без отклонений, выбираются. Табличную часть в раздел 1. Результаты с выявленными отклонениями в раздел 2. Информация о выявленных отклонениях на счетах объектов нефинансовых активов, раздел 2.7. С заключением комиссии по инвентаризационным описям. Это возместить ущерб или списать в связи с непригодностью. Отправляется на печать, подписывается и прикрепляется в случае, если внутренний электронный документооборот не ведется. Так, ну, на этом основные все документы нами на примерах ведения учета в программе 1С БГУ редакции 2.0 рассмотрены. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня.